Привет, друзья! Героем сегодняшнего обзора будет мотоцикл Тула. Как обычно, в большинстве случаев мотоцикл новый. Новый. Совершенно новый. Без запуска двигателя, без пробега, без каких-либо вмешательств. Мотоцикл 91 года. Выпускались они с 86 года по 96 год эти мотоциклы. Это, как бы, скажем так, второй вариант уже обновленный. Первый вариант был с двумя горловинами бака, с раздельными, скажем так, с двумя половинками бензобака. У меня тоже был такой мотоцикл. Обладал я таким. Так скажем, ранняя версия. Это уже второй выпуск, второй вариант. Глушитель тоже в консерванте. Все замазано не то каким-то солидолом, не то мовилем. Ну, запускать его, конечно, не буду, поскольку ценность его составляет в том, что он сухой. Надписи на Тульском заводе писали трафаретом. Ни наклеечки, ничего, трафарет. Ну, особо рассказывать я даже не знаю, что о нем можно рассказать. Ну, мотор муравьевский, насколько я знаю. На базе такого мотоцикла много было сделано всяких трициклов, даже четырехколесных, по-моему, типа квадриков собирали. Не могу сказать, что я восторгаюсь этим мотоциклом, но он был, он есть. Достаточно такой самобытный и отличающийся от других мотоцикл. Не знаю, наверное, наш ответ такому мотоциклу, как Yamaha TD, как там, ТМ-200, что ли, есть такой. Ну, короче, Yamaha. У Yamaha был такой же, аналогичный мотоцикл тех же лет. Не совсем помню маркировку, но похожие очень внешне. В принципе, на этом, наверное, буду заканчивать этот обзорчик. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь, кому нравится. Пишите в комментариях. Все, всем пока.